Всех приветствую на своем канале. У нас немножко похолодало. Это город Ростов-на-Дону. Ветра сегодня нету. Ну а мы будем делать блинчики. Пекла такую вот гору блинчиков. Такая вот гора у меня блинчиков. Это вот маленький последний остался. Я буду ее делать с творогом и изюмом. Это здесь у меня мед. Это такая вот сахарница. Она у меня со светофора. Ее покупала. Стоила на рублей 100, наверное, я не помню уже. Вот так вот она выглядит. На 400 миллилитров. Ну все, будем начинять. Еще приготовила сегодня вот такой вот шоколадный пудинг. Он у меня сейчас лежит в холодильнике, застывает. Еще вот не застыл. Сделала его сама. Вот сейчас начиним блинчики с творогом. Такую вот мисочку будем ложить. Еще хочу сказать, посмотрите видео до конца. Будет кое-что интересное. Ну вот и все, блинчики готовы. Приятного аппетита. Ну а теперь самое интересное. Посмотрите, кто здесь пришел. А кто это? А это авокадо. Связала я. Такое вот интересное. С кепочкой. Потом еще будем девочку вязать. Вот он с цветочком пришел. Гости к нам. Цветочек нам принес. Сная будет кушать сегодня. Чай-чаепитие устроим. Ну все. Пока-пока.